Накануне вечером в Усть-Абаканском районе снова сбили пешехода. Авария произошла в километре от поселка Расцвет. Житель Абакана ехал из Черногорска домой. В это время проезжую часть переходила пожилая женщина. Так как пешеходного перехода не было, то водитель скорость не снижал и заметил пенсионерку в темноте слишком поздно. От полученных травм женщина скончалась на месте. По факту гибели пешехода заведено уголовное дело, но, скорее всего, водителя оправдают. Между тем, сами автоинспекторы грешат на отсутствие освещения на аварийно-опасном участке от поселка Расцвет до Абакана. Ведомство выходило к смотрителям федеральной трассы с предложением осветить дорогу, но из-за отсутствия финансирования вопрос пока не решается.